Смотрите в сегодняшнем выпуске. Донецкая команда, молодая гвардия. Украина первый сезон в МХЛ. Как чувствует себя в седле нападающий уфимского Талпара Филипп Ангелов-Юлдашев в нашей постоянной рубрике «Мастер-класс». Герои сериала «Молодежка» приехали в Новогорск поболеть за команду «Красные звезды». А новогоднее настроение вам подарит известные персоны из мира хоккея. Мы находимся в Донецке. У команды «Молодая гвардия» заканчивается тренировка, и мы сможем познакомиться с ней поближе. На льду «Молодая гвардия» хоккейного клуба «Донбасс». В этом году они дебютировали в составе МХЛ и уже готовы сражаться за право выхода в плей-офф. Команда представляет не только клуб «Донбасс», но и всю Украину. Тренирует гвардейцев Александр Годенюк. Он же тренер молодежной сборной Украины, так что у спортсменов есть замечательные шансы быть замеченными тренерским штабом сборной. МХЛ – это очень серьезный уровень, это хорошие скорости, хорошее движение, то есть процесс адаптации идет. Мы уже сделали достаточно сильные и большие шаги в прогрессе, но тем не менее еще есть и проблемы, и недоработки, которые мы пытаемся исправить. Ребята прибавляют, но это все не случается за одну ночь. Хочется отметить, что у ребят, несмотря на первый сезон в МХЛ, отличная подготовка. Нашей съемочной группе удалось попасть не только на лед, но и в раздевалку. Первый сезон в МХЛ. Какие ощущения, когда вы встречаетесь с командами-грандами, такими как «Динамо», «Локо», «Спартак»? Ну, всегда приятно играть против сильного соперника. Вчера был выходной. Как выходной прошел? Выходной прошел на ура, в кровати, отдых, потому что много перелетов, много игр, отдыхали, поэтому ничего особенного. А у кого девушки есть? У всех. У всех? Постоянные? Я один, не очень. Ты одинок? Да, я одинок. Скажи, пожалуйста, какая твоя заветная мечта? Попасть в КХЛ, НХЛ, как можно выше, выиграть все, что можно. Зуб ставить. Глобально или на сегодня? Заиграть сначала в КХЛ, потом, если будет возможность, в НХЛ. Сняться в кино, прыгнуть там с парашютом, выиграть кубок Харламова. Если не хоккей, то что? Футбол. Вы победу вообще празднуете или вы просто победили, зашли в раздевалку и забыли? Мы обнимаемся все в душе. Очень много уделяем внимания сплоченности. Это одно из основных критериев хорошей команды. Индивидуальности не выигрывают игры, выигрывает команда. Делаем вылазки в кино, пытаемся таким образом тоже сплотить ребят. То есть делаем все для того, чтобы ребята не чувствовали себя индивидуальностями, а чувствовали команду. Идем в ресторан сразу же. Поем песни, тоже в душе все. Тренер знает о ваших увлечениях? Тренер участвует. Расскажите, молодая гвардия, какая это команда? У нас очень дружная, отличная команда, бойцы все, я думаю, работоспособная команда. Мы стараемся постоянно сплочать коллектив, постоянно где-то ходить вместе, отдыхать, и поэтому, я думаю, мы прорвемся через более сильных соперников, и все будет у нас отлично. Да а что дополнять, уже все самое хорошее сказали, в принципе. А вы думали, будет легко?
Филипп, ты все, готов кататься на лошадке? Сейчас мы познакомимся с Натальей Анатольевной Никитиной. Она директор Центра ипотерапии в Уфе. Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Здравствуйте, очень приятно с вами познакомиться. Расскажите про лошадок. Ну, вообще у нас не одна и не две. У нас их 15. 15 лошадей, все они очень разные. Есть и вот в частности Ладушка, полная кличка Атлантида, это русская тяжеловозная порода, уникальная и масть очень редкая. Характер, ну это просто изумительный, то есть как раз для детишек, они прям на ней висят гроздями и ей, похоже, это очень нравится. Вот она и гипотерапия, и с вами позанимается верховой ездой, обучит вас азам. Это, наверное, лошадка для Филиппа, да? Ну, мы сейчас посмотрим. Она сама. Филипп, не бойся, погладь ее. Она же, видишь, какая добрая очень. Сейчас мы тогда с вами на практике можем с ними познакомиться поближе, понять, как сидят, как вообще, что правильное такое, почему правильная осанка у человека должна быть. Почему нельзя сидеть вопросительным знаком? И что вообще дает лошадь? Филипп, ты когда-нибудь катался на лошади? В детстве как-то было, но я уже не помню. Не помнишь, да? Но сейчас тебе хочется, наверное, кататься, мне кажется. Именно на Ладушке. Именно на ней. Все. Вот я готов. Влюбился Филипп и влюбился в Ладушку. Глазище красивое. Вы ресницы тоже, да, им расчесываете? Нет. Нет? Ресницы лучше у людей. Да? Угу. Красотка. Вот черные. Они чернеют, походу, они сидеют. А может, она окрашенная? Блондинка не натуральная, да? Да. Перебежкой пошла? Шаг. У нас прям такой зигзаг правильный. Ну и такие они. Добавила она. Ой-ой-ой. Стою. А что она так быстро чук-чук-чук-чук? Я не могу собраться. Стой. Стой, стой, Влада, пожалуйста. Вот что-то было, да? Я прям почувствовал, как она меня подкинула. У меня аж ноги так устали. Мне очень понравилось. Я буду, думаю, ребят привезу сюда, кто не пробовал. Расслабляешься так, да? Отдыхаешь. Ну, он так что-то пару раз показывал свой характер, конечно. Ну, до поры до времени, правда, это было. Хоккей, ребята, дело сложное. Актеров популярного сериала «Молодежка» тоже можно считать воспитанниками МХЛ. Пусть они борются за главный трофей не в жизни, а в кино. Это не мешает им быть полноправной частью молодежной хоккейной лиги. Накануне вылета красных звезд США ребята приехали в Новогорск поболеть за объединенную команду МХЛ.
запасные. Мини. Да? Класс. Пойму две, да, сразу. Вообще, сладик есть. У тебя свои плюшки есть. Мне теперь есть с чем играть. Лучше играть. Мои краки, они просто уже порвались. Я думаю, что у меня в команде все будут счастливы. Спасибо вам большое, очень приятно. Расскажите о смешных моментах в процессе съемки. Когда снимали игры выездные, и все ребята устали, хоккеисты, и уже было сложно снимать. Надо было смену пятерок снять, и ребята решили, что никто не хочет перелезать через борт. И все начали пихаться в одну дверь, в одну калитку. Был огромный лагерь, 9-месячный, с очень странным вожатым. Хочется верить, теперь любимым. Во втором сезоне мы будем в этой лиге уже играть, и что, будем ее покорять, стараться. Кстати, как вы к молодежке относитесь? Прекрасно относимся. Мы, грубо говоря, играем их настоящих. Они для нас кумиры. До этого вы хоккеем увлекались? Нет, никто не играл. У нас были тренировки, нас готовили. Общая протяженность подготовки была примерно полгода с перерывом. Но это у тех, кто дольше, да, с самого начала. Это было 3 месяца. Где-то полгода. Да, а так никто вообще до этого, даже клюшку в руках отчество не держали. Тот держал пару раз. Такое только есть. Такое отчество. От проекта и от актеров молодежки. В частности, мы вас поздравляем с Новым годом! С Новым годом вас, ребят! Хорошего вам молодежного настроения! Год необычный для нашей страны, для хоккеистов особый. Наши ребята будут играть на домашней Олимпиаде в Сочи. Колоссальный интерес, колоссальные ожидания, успеха. И, конечно, пользуясь случаем, хотел пожелать тем, кто будет играть в Сочи, удачи, ребята, вам. И, конечно, верить друг в друга. Поддержка будет колоссальная, потому что все будет зависеть от вас. Вот. Без травм в новом году. Успехов в молодежной лиге, за которой я слежу и радуюсь всем ее успехам. Вот. Вы, ребята, молодцы. Ну и мое пожелание обычное. Желаю удачи и побед всем. С Новым годом! Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю в новом году красивых, ярких побед всем нашим сборным. Желаю замечательного хоккея всем хоккейным командам. Здоровья, удачи, хорошего настроения всем, кто любит хоккей, всем, кто играет в хоккей. Ну и, конечно же, приходите на игры молодежной хоккейной лиги в новом году как можно чаще. С Новым годом! Уважаемая молодежная хоккейная лига, хоккеисты, менеджеры, все, кто имеет отношение к этому замечательному проекту. Перед Новым годом принято подводить итоги и смотреть в будущее. У нас неплохие результаты, и хотя многие злословят, завидуют и даже спрашивают, а где наша молодежь? Если бы у нас молодежи не было, мне не было бы к кому обращаться. Также хочу вспомнить известную поговорку. Если бы молодость знала, если бы зрелость могла. У нас молодежь не только уже кое-что знает, но и показывает зрелости, что она кое-что может. Поэтому давайте вместе работать, наши игроки, делегированные и в молодежную сборную, и в команды КХЛ, высшей хоккейной лиги. Поэтому давайте смело смотреть в будущее. С наступающим Новым годом! Поменьше травм, побольше голов для нападающих, поменьше для защитников и вратарей. Всем удачи! С Новым годом!